Под одной крышей сразу четыре театра Хакасии. Национальный имени Тапанова, театр драмы и этнической музыки «Читыген», театр «Кукол сказка» и драматический театр имени Лермонтова. Летопись, национальные костюмы, наряды персонажей прошлых веков, куклы в рост под 2 метра. Это выставка театрального искусства Хакасии «Театр начинается с...». Обыватель скажет, театр начинается с вешалки, культуролог с эпохи палеолита. И только артист говорит о душе. Превратился в то, что сейчас наполняет смыслом нашу жизнь. Потому что, конечно же, театр – это прежде всего и есть сама жизнь. И во многом от того, насколько театральное искусство в состоянии транслировать на нас те или иные формы явления, зависит и наш с вами внутренний мир. В этом году отмечаются две юбилейные даты – 80 лет Русскому драматическому театру имени Лермонтова и 40 лет Хакасскому национальному театру «Кукол сказка». Этим важнейшим театральным событиям посвятят специальные разделы выставки. Так, например, кукольники представили уже знакомых зрителям персонажей. Здесь их больше 20. В основном все они участники знаменитых спектаклей, лауреатов «Золотой маски». С чего начинается театр «Кукол сказка»? С двух первых спектаклей «Три поросенка» и «Божественная комедия». Персонажи тех самых постановок находятся в центре мини-экспозиции. С осторожностью их можно даже потрогать, посмотреть, из чего сделаны. Куклы немало потрепаны временем, 79-го года. Помимо реквизита и костюмов, можно проследить творческий путь режиссеров, художественных руководителей, увидеть документальные съемки разных периодов и достижения наших земляков, подтвержденные престижными театральными наградами. Любые идеи, любые какие-то вещи, которые происходят вообще в театральном искусстве, это мы за все направления и выставочные, и фестивальные, и какие-то поездки. Допустим, на фестивале Чирчаян, это театр кукол, да, но нас туда все время приглашают, и мы всегда любим участвовать в каких-то таких театральных движениях. Выставка театра начинается с проработает в музее до конца лета. Катерина Ярушина, Станислав Колчинаев, РТС.